Здравствуйте! С вами снова Сергей, и мы продолжаем наш курс «Квантовая физика простыми словами». Сегодня мы поговорим о квантовой теории поля, фундаментальной теории, которая объединяет квантовую механику и специальную теорию относительности. Мы узнаем, как частицы возникают как возбуждение полей и как эта теория описывает взаимодействие между ними. Квантовая теория поля – теория, описывающая элементарные частицы и их взаимодействие через квантованные поля. Поле – физическая величина, определенная в каждой точке пространства-времени, например, электромагнитное поле. Возбуждение поля – квант энергии в поле, воспринимаемый как частица. Основные принципы квантовой теории поля. Квантовая теория поля сочетает принципы квантовой механики с релятивистской инвариантностью. В этой теории поля считаются основными объектами, а частицы – это кванты этих полей. Пример. Фотон – это квант электромагнитного поля, возникающий при его возбуждении. Частицы-переносчики взаимодействий. Фотон. Переносчик электромагнитного взаимодействия отвечает за взаимодействие между заряженными частицами. Глюоны. Переносчики сильного взаимодействия связывают кварки внутри протонов и нейтронов. Бозоны W и Z, переносчики слабого взаимодействия, участвуют в процессах радиоактивного распада. Применение квантовой теории поля, стандартная модель, объединяет электромагнитное, слабое и сильное взаимодействие в единую теорию. Успешно предсказывает поведение частиц и взаимодействий. Предсказание новых частиц. Теория предсказала существование бозона Хиггса, обнаруженного экспериментально в 2012 году. Вызовы и перспективы. Квантовая гравитация. Попытки включить гравитацию в квантовую теорию поля остаются нерешенной задачей. Теория струн рассматривается как возможный путь к объединению всех фундаментальных взаимодействий, включая гравитацию. Сегодня мы познакомились с квантовой теорией поля, которая является фундаментом современной физики элементарных частиц. Она позволяет глубоко понять природу взаимодействий и структуру материи. В следующем ролике мы обсудим современные исследования в квантовой физике и перспективы развития этой захватывающей области науки. Спасибо за внимание. До встречи.